В Звенигороде завершается благоустройство городского парка. На сегодняшний день готовность объекта составляет 80%. Ранее город стал победителем всероссийского конкурса по малым городам и историческим поселениям. Сейчас ведутся пусконаладка фонтанов и установка архитектурных форм на детской игровой площадке. По поручению губернатора к 1 декабря планируется полностью закончить работы на объекте и открыть центральный парк.